Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня готовлю хачапури на кефире. Готовится за пару минут. Наливаем в миску 300 мл кефира. Добавляем туда одно яйцо, одну чайную ложку соли, одну чайную ложку сахара. Все хорошо перемешаем. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Опять все хорошо перемешаем. Добавляем 450 граммов просеянной муки. Одну столовую ложку разрыхлителя. И замешиваем тесто. Вот такое мягкое тесто должно получиться. Посыпаем мукой. И все, даем тесту отдохнуть. Тем временем натираем 400 граммов сыра на крупной терке. У меня сулугуни. Добавляем одно яйцо. Все хорошо перемешаем. Если сыр не соленый у вас, то по вашему вкусу добавьте соль. Друзья, я хочу сказать вам, что у меня на канале есть 2 рецепта хачапури. Очень хорошие рецепты. Первый рецепт называется «Уникальный рецепт хачапури», который покорит ваши сердца. Он действительно хороший рецепт. У вас всегда есть в холодильнике полуфабрикат, и в любое время у вас за 5 минут будут готовы хачапури. А также есть хачапури из слоеного теста в духовке. Супер рецепт, так называется. Ну, вы если запишите в поисковике хачапури, канал Изабелла, то вы там посмотрите эти видео. Хачапури в духовке – это особенный хачапури. Это не на каждый день, конечно. На случай, если у вас гости или застолье. Это целая жаровня хачапури получается. Очень вкусный хачапури. Как говорится, хоть царю подавай. Обязательно приготовьте. Попробуйте, друзья, вам понравится рецепт. Хачапури из слоеного теста в духовке. Слоеное тесто тоже готовим мы сами. Сыр уже готов. И делим вот так на 4 части. Тесто тоже делим на 4 ровные части. Рабочую поверхность посыпаем мукой. Одну часть нашего теста раскатываем. Кладем сыр посередине. Защипываем края. Слегка посыпаем мукой. И обжариваем на сухой сковороде до готовности. Я прямо на сковороде вот так руками придаю форму хачапури. Накрываем крышечкой и ждем. По
Проверяем. Все, уже хватит. Переворачиваем на такую сторону. Так. Опять накрываем крышкой. Готовый хачапури смазываем сливочным маслом с двух сторон. И так поступаем и с другими частями нашего теста и сыра. Получается 4 хачапури среднего размера. Готовьте на здоровье, друзья. Вот сейчас покажу в разрезе хачапури. Посмотрите. Вот сыр. Очень хорошие, мягкие и вкусные хачапури. Готовьте на здоровье, друзья. Всем приятного аппетита. Пока-пока.